день. Начинаем пресс-конференцию нашего организатора проекта «Breaking Culture» и презентация одноименного фильма. Будет концерт, все то, как ребята расскажут о проекте. Это социальный проект, а проект «Данцы» Юрия Хайтова и Украины. Ну и подробнее его создатели расскажут о нем. Пожалуйста, ребята, добрый день. Добрый день. Ну, расскажем как бы по частям, что из чего состоит. Это первый, наверное, в Украине социальный проект такого масштаба, на котором задействован в основном город Харьков, много артистов из Украины и зарубежья. Вот. Состоит проект из 24 мастер-классов в разных локациях нашего города. Это парки, общественные места и так далее. То есть на протяжении августа, сентября, октября мы большой командой проводили эти мастер-классы. То есть они выглядели, проходили в формате диджеи, ведущие, танцоры, танцпол, как бы, вот. И ребята, которые приходили просто танцевать, мы доносили вообще цель проекта, это донести принципы хип-хоп-культуры. Это мир, любовь, единство, уважение, вот. Ну и, соответственно, что наша культура как бы пропагандирует мир. Вот, то есть у нас все вопросы решаются в батлах, соревновательном, в творчестве, то есть весь негатив уходит именно в творчество. То есть это был основной посыл нашего проекта. Вторая часть — это была граффити-джем на оперном театре. С левой стороны у нас есть небольшой такой бассейн, я не знаю, как он правильно называется, часть оперного театра. Вот, там мы, это легальное место граффити, и там мы изобразили все принципы нашей культуры – peace, love, unity and respect. Вот. Ну и нарисовали логотип нашего проекта и название его «Breaking Culture». И завершающим жирной точкой был международный фестиваль с 15-летней историей под названием «Breakits». Его знают во всем мире, в принципе, в тусовке хип-хопа, брейк-данса. Вот. И мы пригласили туда очень много известных артистов, лучшую команду Польши под названием «Польский флейва», лучшую команду Белоруссии, это Киенджус. В результате они победили на этом фестивале. Также мы пригласили четыре известных команды. Это South Front из Украины. South Front — это представители юга Украины. East Side B-Boys — это восток Украины. Roughneck Attack — это из Киева команда. И команда из Донецка и Харькова — это HBTC. HBS — это Танака. То есть эти ребята уже занимаются более 15 лет. Ну, это представляют нашу страну на мировой арене. Вот. И, то есть можно сказать, что все артисты, которые были, это есть все вот эти вот культовые личности нашей культуры, которые делают брейк и развивают его. То есть они, помимо того, что просто делают, организовывают мероприятия, вот, проводят мастер-классы, обучают детей. То есть вот это четыре вот эти команды, плюс еще харьковские как бы команды, они и развивают всю культуру в нашей Украине. То есть, соответственно, у нас нет федерации каких-либо там организаций и так далее. У нас есть деятели культуры, которые сами занимаются, они же и сами, по сути, развивают эту культуру. Вот. Также мы пригласили очень, ну, легенд, можно так назвать, ребят из Лос-Анджелеса, это представители, вот, люди, которые на Вест-Косте придумали, ну, не то, что придумали, а первые там начали танцевать брейк-данс, вот, заниматься хип-хопом в начале 90-х, в конце там 80-х, возможно, вот, когда в Лос-Анджелесе там было тяжелое время, то есть они вот начинали, когда вот эти все банды были там в 90-х, вот, и они как бы начинали заниматься брейкдансом, тоже особо интернета, ничего не было, то есть они все сами учились, принимали опыт как бы ребят из Нью-Йорка, ну, соответственно, как бы мы смотрели на них там в конце 90-х, начале 2000-х на видеокассетах, и как бы со временем, ну, как бы нашего развития, мы тоже как бы свити-танцоры, тоже представляем харьковскую команду, занимаемся вообще большой объемной деятельностью, тоже путешествуем, мы познакомились с этими ребятами за границей, на разных фестивалях, вот, и как бы связались с ними и пригласили их из Лос-Анджелеса к нам в Харьков. Вот, то есть это было впервые вообще такое. То есть двое из них приезжали к нам уже по отдельности давать мастер-классы, судить другие фестивали.
Вот. А еще один парень, который вообще никогда не был на территории Восточной Европы, вот, он приехал. Это ребята Фрэнки Нунес, Рони Наварро и Донни Каунт. То есть, ну, в среде нашей культуры особо не пользуются популярностью там, фамилия, имя. У нас есть у всех уличные имена. Поэтому вот Фрэнки Нунес – это Фрэнки Флейв, Рони Наварро – это Бибой Руин, Донни Каунт – это Бибой Крамс. Все они представляют одну команду – Style Elements. Это ребята, которые там, внесли в культуру новые течения, новое развитие, стиль, понятие стиля и так далее. То есть об этом можно много говорить. Но, в общем, мы собрали очень большое количество людей, которых еще ни разу как бы, вместе не собирали на территории нашей страны. Можно так сказать. Вот. Ну, соответственно, приехали и много участников. Было более 800 до 1000 участников. То есть фестиваль проходил 3 дня. Первый день это были мастер-классы, второй день это были отборочные туры. И третий день это был финал, где уже приглашенные команды, артисты соревновались. И те, кто прошли отбор, финалисты. У нас была номинация «Лучший», ну, у нас называется «Kids», то есть дети, по сути, да? Дети, которые танцуют брейк-данс. Ну вот, потом номинация Big Girl, это девочки, которые танцуют брейк-данс. Вот, и номинация B-Boys, соло. То есть, соответственно, было три номинации. И также номинация лучшие команды. То есть, за день до финала мы выбрали 4 лучшие команды, и они присоединились к еще 4, нет, к 6 командам. Вот, и мы получили, как бы, топ команды и уже показали настоящее шоу. То есть на оперном театре собрали больше там 5-6 тысяч человек. Это было доступно, все бесплатно, на открытом воздухе, хорошая погода, с хорошей атмосферой. Ну, это уникальная атмосфера. В Харькове до этого я не видел подобных мероприятий. Ну, их просто никто не проводит, поэтому я нигде не видел, наверное. Вот. Но было как бы интересно, поучительно. Вот. И мы сняли как бы фильм об этом всем проекте на протяжении 4 месяцев. С нами просто бегал фотограф. Мы сняли больше 5000 фотографий. Вот. За нами ходили просто по пятам все видеомейкеры, снимали нас. И мы как бы старались. Целый месяц мы монтировали этот фильм большой командой. Вот, ну, может, что-то Витя скажет. Да, также хотелось бы добавить, что, как Егор говорил, не только бегали за нами там видеомейкеры и операторы, также за нами нас, можно так сказать, преследовали молодое поколение, mm-hmm. которое занимается также в школах брейкданса Харькова. То есть дети, которым именно понравилось то, что мы делали на улице, то есть танцевали и показывали, что такое брейкинг-культура, брейкданс-культура. Вот, и они за нами, грубо говоря, путешествовали на протяжении всех этих 24 мастер-классов, с нами вместе приезжали на те точки, там, где мы танцевали, и вместе с нами принимали участие в этом проекте, можно сказать, в нашем джеме, то есть в нашем уличном шоу. У нас была, мы открытая культура, мы всех приглашаем к нам всегда, и мы этим детям давали возможность себя проявить на танцполе перед публикой, перед людьми, которые смотрели на это мероприятие. Также хотелось бы добавить, что в брейкидзе, в жирной точке, последней, да, которая у нас была на Хатобе, также был граффити-джем в один из дней, рисовали граффити. Мне кажется, это очень круто, так как это искусство, это уличное искусство. Вот. В принципе, это, ну, да, основная цель этого проекта – это показать людям, что наша культура за мир, и что можно с помощью танца решать все проблемы, с помощью брейкданса решать, то есть не кулаками, а все в батле решать. Творчество. В творчество. Ну, еще добавлю, что вот все мастер-классы, там, сказал, 24 мастер-класса, они проводились в разных местах города. Например, там, на Саутовке мы проводили несколько мастер-классов, там, Героев труда, Парк Жукова. Победы, Маршала Жукова, потом центр города, то есть в основном это Парк Горького, Парк Шевченко, Оперный театр, где мы сейчас, Парк Стрелка. Где еще мы были? Ну, в общем, в разных на Саржином Яру. То есть мы использовали те места, культовые места, где собирается очень много количества людей, и мы старались донести, вот, как бы показать брейкданс, что это
как бы качественная культура, да, в которой есть вот определенные принципы жизни. И когда ты воспитываешься в этой культуре, тебе эти, ну как, это фундамент твой, это мир, любовь, единство, уважение. То есть это фундамент нашей культуры. То есть если, то есть дети, которые воспитываются, и молодежь, и, да и все, кто в этой культуре, они все знают об этих правилах, они все чтят историю, и у них есть понятие уважения. И если у тебя есть какие-нибудь проблемы, которые ты хочешь с кем-то решить, то всегда есть такое понятие, как баттл, соревнования, творческий порыв. Его могут судить судьи, его могут, просто его может не быть, но все как бы негативные эмоции решаются в этом процессе, в творческом процессе. Вот. Поэтому даже можно сказать, что иногда негативная энергия в соревновательном, ну, в батле, она намного круче выглядит, чем позитивная. Ну, то есть это разные две энергии, но в принципе, то есть все негативные эмоции выражаются в батле, и это выглядит очень круто. Не-не, брейк, ну я имею в виду, мы сейчас говорим в контексте хип-хопа и брейк-данс культуры. А вообще, насколько вовлекается город в ваши проекты? Ну, позитивная. Позитивная. Но очень много школ, на самом деле. На самом деле, да, после этого проекта, ну, люди, многие не знали вообще о том, что есть... В городе Харьков есть очень много именно действительно профессиональных танцоров именно в этой сфере, в сфере брейк-данс культуры, что есть школ очень много, просто люди не знали об этом. И с помощью этих мастер-классов многие люди познакомились с этой культурой, и, как сказать, после лета, да, когда все отдыхают, осенью открывались все школы брейк-данса, и мы получили новый, как это, приплыв, да, волну новых детей, людей, то есть людям понравилось, что они увидели с помощью этого проекта, и они привели своих детей развиваться в этой сфере, в сфере брейк-данса. Ну, мы конкретно не отслеживали, но спрашивали у лидеров разных школ, да, были ли у них притоки людей, и многие говорили, да, что брейк-данс набавляет, ну, так как мы показывали, что популярность. Это, что здесь набывает. Здоровый образ жизни, здесь физическое развитие, здесь также умственное, можно сказать, развитие, так как нужно сюда ногу поставить, туда руку поставить, там сделать вращение, то есть координация развивается и запоминается связка целая движений, которым просто так не запомнишь, нужно работать головой реально, то есть не только ногами и руками. Ну да. То есть около, 20, мне кажется, 22 школы. Это... Но это как бы, то есть это, еще раз говорю, это школы ребят, которые вот профессиональные танцоры открывают. Это именно... Это не какие-то очень, там федерации. Это очень просто большая... вот свободная как бы культура, и каждый, как бы, кто умеет и может передать свой опыт, он открывает школу как бы, и преподает. В хип-хопе есть такое выражение, даже, я не знаю, принцип, по которому each one teach one. Научился сам, научи другого. То есть по этому принципу, в принципе, все преподаватели, ну, все, кто научился чему-то, ну да, хотят еще... передать свои знания. Ну, есть еще, да, небольшие негласные правила. То есть, если ты танцуешь, ну, хороший, ну, профессиональный танцор, занял, допустим, первые места на каких-то соревнованиях, да, то есть на международных, там, либо на всеукраинских, тогда ты имеешь, грубо говоря, право преподавать. Ну, то есть, если ты там только ученик, то, соответственно, и мало занимаешься, то ты неправильно будешь доносить немножко информацию. Да, и, соответственно, еще и травмоопасно, конечно, ну, безопасность. Да, здесь. То есть это минимум нужно 10 лет посвятить сначала просто... Себя обучить, танцу. А потом уже передавать, ну, знания, да. Мы есть... вот, Егор занимается 15 лет, я уже 16 лет занимаюсь брейк-дансом. Уже есть как бы семья, дети, и уже начинаем учеников как бы подтягивать на профессиональный уровень. Они у нас уже занимаются по 5 лет. То есть у нас уже, как, грубо говоря, своя хип-хоп семья с брейкинг семья. Это большой возраст, с 5 лет вообще. Ну, 4 в зависимости от понимания, да, слов, от умственного развития. Слов и координации движения. То есть есть самый там младший ученик там 5 лет, грубо говоря. Ну, были есть был дети, которые и 4 года, но опять же, 5. Если он умеет говорить и понимает, что ему говорят, и, ну, может и здесь что-то уже идет, делать. Здесь да, уже да. идет разные программы обучения. То есть, если это группа младшая, там 4, можно от 4 до 6 лет есть, и у них там более координационная, более нагрузка, то есть аэробная, то есть не... Понятно, основная возрастная
Не на суставы. Да, не на суставы. Да. Ну, что, мы тоже развиваем у детей. Ну да, основные это там вот. От 5 до 30, дети. Вот так. Те, кто занимается брейкдансом. Ну, да, ну 12-13 лет тоже там можно нагрузку на суставы, там более там растяжку уже делать всерьез. Ну, это физическое, да. Обучать, и именно конкретно уже. Еще одна важная мысль, что Украина является вообще одним из лидеров в мире в самой культуре и в уровне танца. То есть мы входим, наверное, в тройку. Ну, если бы три там, топ-3 это Америка, Корея и Украина, можно так сказать. То есть об этом, да, очень мало знают, поэтому выделю отдельный момент. И все, ну, Запад, ну, вообще весь мир, который смотрит, вот у нас есть YouTube-канал свой, вот, и мы смотрим, кто на нас смотрит, и очень много стран, просто невообразительно. Также можно отметить, что... Ну, и все знают Украину, как бы, эти... В топ-3 что? В мире. Уровень брейкданса. Уровень брейкданса. По качеству. Ну, у нас по свой... уровню именно танца. Да, по уровню. У нас свой стиль, как бы, и все танцоры мира это отмечают. То есть у нас... А чем отличается что? Ну вот каким-то характером, харизмой, оригинальными движениями, пониманием, подходу к культуре. То есть можно просто тренироваться, не учить историю, ну просто делать движения, да. А можно углубляться в культуру, вот, и... вдохновляться, друг, ну, там, ездить на мастер-классы, путешествовать по миру, участвовать в разных соревнованиях, и ты как бы свой опыт обогащаешь, и за счет этого ты как бы креативно развиваешься. Если углубиться чуть-чуть, то можно сказать, что ценится именно Украина, ценится тем, что бибои и танцоры, да, можно так их назвать, это мнение других международных судей, да, там, бибоев. Ну, супер вообще уровень. Они отмечают, что наши танцоры очень классно обыгрывают музыку, то есть отмечают, и музыкальность есть в танце очень хорошая, а также оригинальные свои элементы, то есть не просто... Оригинальный стиль. Не просто какие-то гимнастические есть, power move называется в брейкдансе, гимнастические элементы, а конкретно движения, которые принадлежат конкретному... этому танцору, который он сам их придумал, оригинальный. То есть, возможно, есть некоторые говорят, что там гопак, да, там, ну, то есть Russian Step есть такое выражение. Ну, гопак очень повлиял, на самом деле, на брейкданс, да, в 70-х. Украинские народные танцы. Ну, вот в 70-х в Америке, это я лично знаю, я общался с одним из родоначальников брейкданса из Нью-Йорка, и он говорил, что там еще до него, в начале 70-х, в конце 60-х, была какая-то передача, где приходили, ну, в Нью-Йорке разные творческие люди, и пришел там какой-то украинский, либо русский, я не знаю, советский на то время, национальный деятель, который показал, что такое гопак. И когда это, ну, оно, там, ротация по телевидению была серьезная, все смотрели телевизор, и когда это увидели люди, которые уже танцевали что-то похожее на брейкданс, они внесли вот этот вот элемент присядки, да, вот, внесли в брейкданс, и после этого как бы появилась там определенная форма брейкданса под названием футворк, что и есть основой брейкданса. Да, ну, основа это присядка, и руки лежат на земле, ну, да, только ты классическая в гопаке ты просто прыгаешь, да, без использования рук, а американцы как бы это поставили модифицировали, руки поставили руки и начали использовать это уже в другой это форме. Одна из теорий, да. Но это одна из теорий, да, что вот Украина и Советский Союз на то время поспособствовали. Если хотите, назовите. Там очень много, это, ну, углубление. На самом деле это культура. Все, что ты можешь заниматься, но на протяжении определенного времени ты попадаешь в культуру, хип-хопа я имею в виду, культуру. Вот, и у тебя меняется мировоззрение абсолютно. Не, конкретного названия нельзя называть конкретно, что такое брейкданс, потому что сам брейкданс может включать в себя все стили и направления, которые существуют, с которыми ты пришел в него. То есть, допустим, если я занимался раньше капоэра и пришел в брейкданс, я могу вставлять движение с капоэра, соединять с брейкдансом. Если Егор пришел с балета, допустим, он может... элементы балета вставлять в брейкданс. Ну, да, в балете на самом деле. Вот, или с карате там, ну, то есть, и свой стиль создать при этом. То есть смешивать эти все, ну, на самом не деле, запрещается. Да. Есть такое мнение, что брейкданс это вот так открыли блендер, закинули туда балет, контемп там, и очень много стилей, перемешали, и вот это вам брейкданс.
То есть брейкданс настолько в себе, ну это симбиоз как бы всех стилей и спорта. Да, но это не спорт, это искусство. То есть, в принципе, брейк уже пережил 46 лет, существует. Вот. Определенную форму он уже приобрел. Да, если балет, он больше 100 лет существует, и у него есть определенная форма, и все, ты говоришь балет, и все знают, что такое балет, в принципе, да, первая картинка. Но в брейкдансе уже тоже есть сформировавшееся вот это вот мнение, что брейкданс, оп, на голове гелик. Сразу, да, у вас есть гелик, уже гелик. Какие-то... Также хотелось бы отметить, что в Харькове, вот мы сказали, что есть 20 школ брейкданса, но их может быть и больше, о которых мы знаем. Что это очень большое количество школ, это самое большое количество школ во всей Украине. Да. А также в Харькове существует брейкданс-центр, это первый брейкданс-центр вообще в Украине, мне кажется, ну в Европе я тоже не встречал, в СНГ. Есть, но вот. Они называются... По-другому. Именно конкретно брейкданс-центр, в который люди могут прийти и познакомиться с этой культурой. Вот это сказали, очень... Вы сказали, что в конце 90-х у них есть брейк-данс? Ну, в 99-м я начал танцевать. Это конец 90-х все-таки. Ну, да, хорошо. Как, на ваш взгляд, изменилось отношение прежде города, страну, оставим вообще Харькова, да, к субкультурам, в том числе к вашим субкультурам? Ну, раньше это было... Раньше за широкие штаны на некоторых районах города можно было получить по шапке просто. Ну да, это мы боролись как бы. В принципе, сейчас... можно сравнить там историю Америки, да, там, за что... Да не надо, ну говори, как... И нашу историю. В принципе, и во всех странах мира все это зарождалось, именно если в зарождение смотреть. Все субкультуры, негативное было отношение к ним со стороны общества. Но со временем, как бы, когда оно приобрело какую-то форму, культурность и... Ну, как и везде, в принципе. Везде. Мы были пионерами, да, то есть начинали на, грубо говоря, дома на ковре там или на полу что-то имитировать. А со временем появились преподаватели, появились школы, появился YouTube, появилась более профессиональная основа, на которой начали формироваться уже новые поколения бибоев, танцоров. То есть это уже поменялось с аматорства в профессиональный, реально... Образ жизни, наверное. Профессиональный... Образ жизни. Да, образ жизни, профессиональный танец, который уже... Кто-то из властей города когда-нибудь присутствовал на ваших мероприятиях или тоже управление культуры, или какие-то просто интересы? Вызывал движение ваше? Вызывал интерес? Я не говорю о конкретной помощи. Может, мне помощь. Нет, ну есть как бы. Я могу, ну, не будем говорить там, кто, что, как, какие власти, кто нам помогает. Я скажу в целом, что мы сотрудничаем с ними. И стараемся их вывести на путь истины, я не знаю. Но что нас поддерживает. Ну, это действительно, это как бы. Брейк-данс — это вообще фрагмент уличной культуры. Есть еще уличная культура, которая вообще не развита практически, да? Это паркур, да, там скейтбординг. Но в Украине, вообще в Украине инфраструктура, что касается уличной культуры и брейк-данс конкретно, это самая развитая уличная культура в Украине. И то она развита благодаря тому, что в ней есть лидеры. Лидеры культуры, которые стараются и приобретают навыки там, менеджеров, занимаются организационной вот этой вот сферой. Объединяют в себе все роли, так сказать, и роль маркетолога, роль видеооператора, роль менеджера, роль кого там еще, пиар-менеджера, роль преподавателя. Раньше это было просто танец, да, потом это превратилось в какую-то уже... объединение, где было уже какое количество людей, а потом они все повзрослели, и вот нам уже, мне 29 лет, Вите 31 год, и мы как бы, есть еще ребята, ну, максимальный возраст в брейкданс-культуре 35 лет, я не знаю, старше людей, которые именно в теме и занимаются так дальше. Да. И мы как бы являемся, как Витя сказал, пионерами, вот, и мы как бы заботимся сами о себе, можно сказать. Мы создаем, вот мы создали брейкданс-центр. Это не просто центр, где можно научиться брейкдансу. Ты приходишь туда, там есть информация о всех школах. Ты можешь узнать, вот где ты живешь, тебе подскажут, где научиться. Ты всегда там проходит, можно сказать, попиаримся. Первый в мире проект брейкданс-лига.
То есть мы создали на основе брейкданс-центра, брейкданс-лигу, и тем самым объединили все школы и создали мотивацию на развитие. Да, которая помогает детям, то есть мотивировать себя. Тренироваться, а не просто там ждать чего-то, а у тебя есть уже постоянные соревнования, ты как бы зарабатываешь какой-то рейтинг, уже ты как бы развиваешься. Напрягаться. Да, то есть и действительно эта система работает. Мы за год провели 5 туров и финальный тур. И дети просто, они горят, хотят, дети, подростки, молодежь. Они поднялись на уровень выше, то есть их можно уже дальше на профессиональный уровень уже ставить. Да, уровень. То есть культура растет, и государство никуда от нас не денется, им придется нас поддерживать, и мы заставим их, можно так сказать. Нет, мы заставим их, чтобы они сами, поверьте, придут к тому, что нужно будет. Мы как бы с ними сотрудничаем, мы мотивируем их к тому, что вот мы открываем, там, давайте помогать, а мы делаем то. Потому что мы путешествуем по миру, и мы видим, как это в западных странах все происходит. В Европе абсолютно вся культурная среда, вот уличная культура, у них это как признанная культура. У них строят скейт-парки государства, у них государство строит уличные центры. Мы должны попасть в городское управление. Должны быть локации определенные. Должна проект. Быть инфраструктура. Есть проект, есть локация, допустим, в голове, да, какая-то, которая будет объединять в себе несколько направлений уличной культуры. То есть уличной урбан культуры. То есть, допустим, образно говоря, есть какая-то фигура, да, для скейтбординга там или для BMX-а. Также есть какой-то кусочек там танцпола, да, на котором можно подойти, подключить свои там свой девайс и потанцевать. Не выходя, так. не ездя никуда, просто, то есть. Как и такая в принципе, локация, турники, да, у нас сейчас поставили. Модная, да, тема. Вот, поставили турники, там горка есть, да, точно так же, только видоизменить это все. Новый формат. Усовершенствовать. Уличных площадок. То есть мы отстаем, то есть мы идем в ногу со временем, а наше, грубо говоря, государство, оно немножко опаздывает. Лет так на 15 или на 20. Вот. Поэтому хочется, чтобы был коннект с ними, да, больше коннектов, чтобы мы ускоряли этот процесс, потому что нам только государство может осуществить проект такой глобальный, допустим, по то, как ты строительству говоришь, площадок вот именно этих. Конкретных площадок. Но где-то занимается культура и просто интересуется, занимается культура где-то 1500 человек, да, вот именно тренируются, готовятся, это дети от 5 до 30 лет. Но интересы как бы, каждому, в принципе, интересно посмотреть на брейкданс. Я же вам объясняю, допустим, люди просто не знали о брейкдансе, и вот... Что он есть. С 24 мастер-классов, очень вторая волна, грубо говоря, пошла, после 24 мастер-классов, которые мы провели, пошла волна людей, грубо говоря, то есть их стало еще больше. То есть люди, когда знают о чем-то, когда им доносится информация, они начинают этим интересоваться. Когда они не знают информации, они этим не занимаются. Но опять же, да, благодаря этому, в принципе, проекту мы пытались создать еще волну такую, да, новых людей как бы в культуру, кто-то, да, попробует, завлечь. Кто-то там кому-то не понравится, это ж кто-то может заниматься, тут же ж не обязательно заниматься именно на профессиональном уровне, достигать каких-то супер вершин, ты можешь, как это сказать, having fun, то есть наслаждаться жизнью именно в этой культуре, то есть в свое удовольствие танцевать, да, то есть и поэтому это универсально для всех, то есть и для взрослого человека, и для малыша, и для способного, и для неспособного, грубо говоря, и для лентяя, то есть каждый может найти себя здесь. Да. Нет. ЗОЖ. Не, он сам по себе, ты сам по себе начнешь развивать его, потому что тебе потребуется. Все приходят в эту культуру с какими-то своими вредными привычками, бывает. Но эта культура, она помогает понять, что эти все вредные привычки, они мешают жизни, как реально и есть. Все вредные привычки, они мешают вообще жить, по сути. Спасибо. Да, ну да, да, то есть да, был, да, такой, да, рывок. Да. Мы, как я же говорю, летом был эти мастер-классы были, а осень, когда началась, когда открылись все школы, реально много людей, большой приток новых людей, детей, родителей,
Ну, вообще, просто понятие, да, брейкданса, больше стало, больше проектов, больше следят люди за культурой. Так как кто-то там думал, что это вытирание полов, да, там, и рэп на голове, то есть вот этими мастер-классами мы дали понять, что это не просто вытирание, это именно профессиональный танцор. Это культура со своими принципами правила. Жизни. То есть... Но опять же, еще последнее скажу, что, как бы... Ну, это не, проект не просто так, мы выиграли как бы грант, да, это ну, не просто мы сделали. Невозможно сделать такой вот проект без ресурсов, да, то есть мы выиграли как бы грант благодаря USAID. Спасибо. Вот, хочется им сказать большое спасибо за то, что как бы они, в принципе, ну, то есть поверили в нас, это первый такой проект у них, они поверили в нас. Вот, ну мы как бы... Я думаю, что... Мы оправдали свои надежды, мы вот сняли фильм, и мне кажется, сейчас мы посмотрим фильм, и все как бы, ну, почувствуют вот то, что мы хотели передать, и надеюсь, у нас будет как бы дальше идти, ну, у нас еще в планах есть очень много проектов подобных, вот, которые мы хотим развивать не только брейкданс уже, а всю уличную культуру. Да, то есть вот, охватывать более разные виды. Ну да, потому что показать обществу, что это действительно есть, и этим стоит заниматься, потому что это интересно, и это меняет мировоззрение в лучшую сторону. То есть... Я еще хочу ответить. Да. Конечно. А мы можем... Да можем еще последний. Поговорить, нам все равно, у нас есть время. Смотрите, просто вы говорите, чтобы что-то менялось, надо, чтобы, грубо говоря, во власти были вы, чтобы... Одна из возможных. Ну это так, это шутка. У нас туда не пригласили. Очень сильно не хватает таких чиновников. Потому что молодежные советы создаются, наверное, не теми людьми. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю их. Да, конечно, мы готовы. То есть, когда... Ну, мы готовы, да, но... опять же... Чтобы там были просто правильные мысли, а не... Ну да, политика такая штука. Скверная. То есть мы не политиканы, мы люди, которые делают можем действия. На основе консультаций можем работать, то есть на основе именно каких-то, может, советников. Не быть именно чиновником или каким-то шишкодавом. Шишкой. Нет, это просто шишка. Интересно, да, в принципе, мы так, в принципе, к тому идем, что мы сейчас организовываем комьюнити людей, да, тех, кто занимается... уличной культуры, да. Роллеры, мы общаемся скейтеры, между собой, и мы, в принципе, ну, оно к тому, в принципе, идет, что мы создадим какую-нибудь организацию и будем сотрудничать с государством. Я вот, если... Просто когда ты садишься в кресло, ты начинаешь терять связь именно с, конкретно с молодежью, потому, ну, что, да, на тебя, потому что на тебя падает очень много бумаг, возможно, и разных звонков. Бюрократии. Возможно. Я так думаю. И поэтому теряется связь именно с молодежью. А хочется именно с молодежью продолжать работать и самим... Быть внутри этой культуры и развивать ее правильно, чтобы, ну, это было не... Потому что... Чтобы, да, это было правильно. Вот хочется модель, наверное, Европы, да, взять. Я не знаю, как в Америке, но у них там тоже, в принципе, гражданское общество есть, да? У нас его нету. Вот у нас, в принципе, в уличной культуре есть гражданское общество. Мы между собой как бы общаемся... Да, и придумываем проекты, и нам ничего не стоит сделать какой-то проект. Мы можем и без денег его сделать. Да, да. На выборы ходим. Да, а что нет? Надо голосовать. Ну а что, если не проголосуешь, за тебя проголосуют. Сделают. Так вот, как бы у нас, в принципе, созревает, это, ну, оно уже созрело, гражданское общество, людей, которые развиваются, у нас есть опыт. И вот как в Европе, там не сидят какие-то чиновники, которые отвечают за культуру. Их задача найти людей, которых, вот как мы, да, и сотрудничать с ними. Так вот, мы как бы хотим больше, наверное, сотрудничать с государством, предлагать им проекты, чтобы они нам выделяли гранты какие-то, выделяли какие-то средства, а мы будем реализовывать эти проекты. Это так проще работать. Мы уходим от какой-то, ну, банальной бюрократии, то есть не занимаемся каждый бумагами. Занимается каждый делом. Занимается своим делом. Дайте нам возможности, ресурсы, мы сделаем такое, чего как бы весь мир будет потом. А не важно весь мир, главное, чтобы дети росли и развивались. Не вопрос, можем одеть. Или, во всяком случае, взаимодействовать с государственными структурами на уровне советников. Спасибо, это очень, да, хороший вариант. И спасибо вам за то, что вы
делаете более открытой городскую среду. И да. Я спросил про конец 90-х, и как бы я с другой стороны на это все смотрел, не со стороны широких штанов, а там красных штанов, не знаю. Угу, угу. Я понял. Давайте два слова о фильме, и будем смотреть. Но... Это первый фильм в своей истории, наверное, о культуре, да, который мы хотим действительно, ну, показать на большой массе людей. Вот. Он показывает, опять же, принципы жизни нашей культуры, раскрывает полностью проект. В нем есть много артистов известных. После презентации у нас будет еще одна презентация в среде нашей культуры. И после этого мы выкинем его в интернет, и, надеюсь, он получит хороший шейр. И мы распространим информацию, и все смогут увидеть, так как помимо нашей страны, мы в социальных сетях, как бы, есть определенные ресурсы, где не только Украина посмотрит этот фильм. Соответственно, весь мир, в принципе, посмотрит этот фильм, потому что в нем присутствует, ну, можно, ну, в принципе, вы сейчас увидите всех действующих, да, лиц. Также хочется сказать, что там есть, здесь все делалось своими, можно сказать, руками, то есть озвучка и... Ну, без всяких там супер профессиональных студий, и там также есть, ну, мы, да, как участники, также там есть голос, закадровый голос, который также не писался с супер профессионалом, поэтому я хотел бы сказать, что вы сильно не... Но там, сделано хорошо, с душой, со вкусом. Но картинка качественная, постарались как бы на 100%.